Полторы недели работы художников, и вот композиция готова окончательно. Со стены здания на улице имени Дуки взирает на жителей и гостей города герой Советского Союза, командир партизанской бригады. Михаила Дуки именно в том возрасте, в котором он воевал, вот, изобразить его красивым, позитивным, веселым, чтобы мы, когда смотрели на эту художественную работу, видели позитив в том, что мы сейчас находимся в состоянии мира, добра. Окончание работ дает старт памятной акции «Герои наших улиц». В рамках проекта участники российского движения школьников, юные активисты пройдут по улицам города, названным именами наших героев-земляков, и расскажут об их подвигах. Первое имя в акции – Михаил Дука. Тем временем завершается создание другого большого портрета в Володарском районе Брянска. Художники изображают на стене четырехэтажного дома героя Советского Союза, летчика Бориса Афанасьева. В скором времени портреты прославленных на фронтах земляков появятся и в других районах города. Артемий Маркелов, Денис Пашков, Игорь Винничук. События, Брянск.